Доброго времени суток, уважаемые гости, подписчики канала «Записки подмастерья». На обзоре 9-й выпуск. Коллекция от компании «Ашит». Моя страна, собери карту России. Цена так остается 330 рублей. Так, ну что у нас получается в этом выпуске? У нас идет журнал, наклеечки и айс с подставкой. Так, открываем целлофанчик. И все достаем. Вот такой вот айст. Сейчас мы его достанем из пакетика. И вот подставочка. Ой, улетела. Так, ну что можно сказать по фигурке? Ну, в принципе, нормально, только такое ощущение, что какая-то грязная. Не знаю, видно, не видно. Вот здесь вот. Как будто она где-то валялась. И вот ее все-таки достали. Решили запаковать. Так, ладно. Вот подставка. Интересно, у всех такая грязь на груди айста? Кто собирает или не у всех? Интересно, хотелось бы знать. Так, ладно, фигурочку мы потом приклеим. Это вот наклеечки. Стран бывшего Советского Союза. Так, ну журнал. Значит, в журнале у нас будет о Балтийском море, Барок Седов и чудеса природы Белый Аист. Как раз таки фигурка этой птички у нас и есть. Так, содержание этого выпуска и анонс следующего номера, 10-го. Что-то как-то скудненько тут будет все. Журнальчик всего лишь и фигурка Кафедрального собора Калининграда с подставкой. Скудновато будет. Ну ладно. Так, Россия, история, современность, Балтийское море. Россию умывает рядом с морей и так далее. Флаг Эстонии. Флаг Латвии. Флаг Литвы. Это вот наклеечки. И еще должен быть флаг один. Да, вот флаг Польши. Так, это все идет у нас рубрика «Россия». Чудеса природы Белый Аист. Вот он такой, элегантный птица. Диво-дивный Барк Седов. Народы России, кто живет на Балтийском берегу. Ну и рубрика «Поиграем. Веселые задания». Все, что связано с этим выпуском. Так, ну и получается 9-й этап сборки этой карты. Так, она собрана. И вот нам добавили дополнение к выпуску. Вернее, дополнение не к выпуску, а к карте. Все это мы установим. Наклеим наклеечки. И будет уже другой вид. Так, ну и сейчас наклеечки наклеим. Вот наша карта. Приступаем к 9-му этапу сборки. Наклеечки наклеим. И вот эту фигурочку айста установим на место. Так, ну начнем тогда по порядку. Начнем с флага Польши и закончим этим Барком Седовым. Так, флаг Польши. Так, наклеечки все на месте. Вот такие вот флаги. Так, ну теперь на место поставим фигурку аиста. Она должна быть вот тут. Так. Вот. Все. Все теперь у нас на месте. Вот так вот карта преображается. Наполняется красками, так скажем, достопримечательностями, фигурками и так далее. Так, 9-й этап сборки завершен. Ожидаем 10-й выпуск. А у меня на этом все.
Спасибо вам за внимание. Добра вам и процветания.